весь загорелся. Думаю о другом. Согласись, это было бы здорово. Вместо того, чтобы нести мои деньги этой бабе, Александр давал бы их тебе, а ты возвращала бы их мне. А если через пару дней в саду Трокадеро с обычной суммой? Утешает. Последнее, что видел господин Летар, была пара ног, изящно обтянутых шелком. Можно сказать, что он умер.